Мы сидим у этого типа, и я жду, когда он соберется наконец-то. Он меня уже задолбал. Я думаю, посрать не посрать. Я не умею срать на улице. Сегодня мы У едем меня нет разрешения на за это. город отдыхать на Я песчанку. прописал СВ. Это будет влог, если он его смонтирует. А? Кто там? Это Так из-за... что смотрите влог. Вот пацаны, двигаемся. Выходим, ужас. Мы же в панике. Мы маленькую сумку сменим. Маленькую сумку для собой. Блин, время, я не знаю, сколько я хочу спать. А нам сейчас еще ехать сколько, потом еще идти сколько. А мне еще с этой сумкой идти. Сколько? Ой. Ты представляешь, да, сколько вместе идти? Почему на 300 километров дорого думаешь? Мне Петь сказал. Мы идем встречать народ с братом. Народ, который урод. Вот мы идем еще. Может, намечили? Зайди сюда. Че это такое? Шоколад. Иди нахуй, не вижу. Вот. Саня, Зая! Здорово. Я вообще ехать никуда не хочу. Ты что, дурак? Мы спортсмены. Куда мы идем все? Тут, короче, солнышко светит. Вообще светит. А, пиздец. Ты что материшься? Чтоб мне обидно не было. Ты ебашь или хуй? Ничего, погнали? Блядь, все, двигаем. Ай, сука! Мы двигаем, пацаны. Он раздевается. Съемка пошла, съемка ушла. Я, кстати, скачал этот видос. Я замаялся снимать. Да. Мы приехали. Все, мы выходим. Мы выходим, мы в маршрутке. Ай. Ну вот, типа, приехали. Сейчас нам еще идти. Черный. А теперь, ребят, мы почапали. Нам сейчас очень много идти. Да, очень очень долго. Много. Это нам ужас. Пиздец вообще полный. Не матерись. Обрежешь, брат. Мне кажется, я ему нос разбил. Мы еще идем. На улице вообще невыносимая жара. Мы тут с Саньком идем пока что. Там вон. Остальные сзади. Вон они. Говнюки. Ленивые паршивцы. И какая-то остановка. Ну вот еще как где идем. Еще много идти. Ладно, потом доснимаем. Сейчас не прошло. Ребят, мы еще идем. 45 минут еще. До всего мы идем. Пути. Это такое ощущение, что мы идем часа два. Да. На улице лютая жара просто. Это из футболки идет. Остальные отстали капец. Далеко вообще. Мы уже дошли до поворота вот этого. На железной дороге. Что переезд оборудования барьерами, автоматами, короче, пофиг. Я взял с собой мячик. Там трехи, не трехи, но я не умею трехи. Потом будет три делать. Потом три будет делать. Назад. Я не буду три делать. Пойдем-ка. Идем в магазин за мороженками. Вдвоем пацаны не знают, что мы пошли мороженка забирать. Вот у нас будет еще орать. Здравствуйте. Давайте и две. Мороженки. У меня еще болит колено. Все? Да. Мороженки. Одну мне. Сразу говорю, Серый Гернеги, надо было с нами быстрее идти. Фу. Жарко вообще просто. Ладно.
Ништяк. Теперь серый. Ты знаешь, да не надо от дрюни отставать. Точнее, от нас с луком. У которых бабки есть. Ля-ля-ля, лошара ты. Пацаны, мы пришли. Ну, мы с Сталином пришли. Вот, как бы песчанка. Сейчас подойдем поближе. Покажи место. Разденемся пока. Раскопаем место. И надуем мячик. И будем прыгать. Наши? Так, раз, два. Тедор человек? Хрен знает где. Но они еще идут. Они либо потерялись, либо они идут. Ну, пока тут. Я думаю, они не придут. Но мне пофигу. Да, наш брат пришел. Так, вот мы уже подошли ближе. Сейчас покажу вам местечко. Да. В кроссовках вообще не варик подниматься. Но мы вот здесь первый раз, когда приехали этим летом, было вот так. Но в принципе тут найдем какое-то местечко, перекопаем, нормально все сделаем и будем тренить. Ладно, давайте. Короче, мы пошли купаться, и один уже из нас ныряет. Снимаю. Серый, да, блядь, иди нахуй. Серый, знаешь, что минус? Я руки развел перед тем, как воду ходить, как я лбом об воду щелкнул. Идиот тупой! Не задел дно? Мы выбрались из дома. Я чуть не уснул. И подошел сразу. Пошли тренить. Прыгать. Вообще лень просто. Сальто. После воды капец трудно. А что там ищет? Что, тебе похавать ищешь? Не, мышей. Там мыши были. Его не кормят дома. GoPro, да? Да. Нет, смотрите. GoPro, да? Хуйня! О! О, ты кто? GoPro, да? GoPro, да! Не дам! GoPro, да? Три, да? Зацепи! Ты чё? Я знаю. Заебись! Бля, как два пальца обоссать. Давай делай.